Друзья, всем добро пожаловать ко мне. Всем добро пожаловать в Алане, друзья. Сейчас с вами сами тепло.точка в Турции, город Алане, район Махмутлар. С вами, друзья. Так что сейчас с вами хочу поделиться одна большая с мебелью, с бытовой техникой продается и срочная продажа, друзья. Сейчас с вами будет третья линия, 400 метров до моря, друзья. Место расположения отлично, в самом деле, друзья. Угловой балкон, расположение квартиры отлично. Север, восток и юг. Хорошее расположение, короче, ко мне можно. И мы вместе с вами начали балконы именно, потому что у нас для Турки балкон очень важно, в самом деле, друзья. Балкон очень важно, мы больше времени проводим в балконе, друзья. Теперь закрой, пожалуйста. Вот. И теперь тишина. И мы сейчас будем смотреть, друзья, вот эта красота. Много вещей, много мебель и много посуды. Вот такой турецкий сервис, в самом деле, друзья. И место расположения отлично. Еще раз напоминаю, друзья, в конце мая, начале июля, июль, да, Хазиран? Да. Хазиран. Начале Хазирана будем в Казахстан, друзья. Актау, Нур-Султан и Алматы будем вместе с вами. Если вы хотите с нами встретиться и поговорить, как можно здесь купить недвижимость, можем с вами обсуждать. Для этого нужно просто заранее записываться, друзья, под видео. Есть мои контакты и параллельно не забывайте подписываться на наш канал в YouTube. Так что 2 плюс 1, 125 квадратный метр. На каком этаже? На третьем. На третьем этаже, это по-турецки третий, по-русски четвертый этаж, друзья, потому что первые два этажа есть, коммерческие помещения есть. Инфраструктура, сад, есть бассейн и место барбекю, друзья. Вот в таком виде она продается. Вот эта кастрюля, вот эта сковородка, вот эта вытяжка и духовка, вот эта микроволновка. Все выходит в стоимость, на самом деле, друзья. И продается вот в таком виде. Рядом все городская инфраструктура тоже есть, друзья. Вот это все. Как видите, она так продается. Вам нужно просто свои шутки. Щетка, зубная паста забрать, переезжать, щит, друзья, все готов, в самом деле. Так что, еще здесь холодильник тоже есть, холодильник, как будет по-турецки? Буздолабы. Буздолабы, молодец. Очень хорошо по-турецки говоришь. Буздолабы, это холодильник, друзья, давайте ко мне, это отдельно кухня, еще это, может быть, кому-то интересно. 2 плюс 1, еще отдельно кухня. Только пока еще не подключили свет. Свет, вода пока не подключили, потому что еще не продано. Можно ко мне? Ко мне. Вот здесь переходит, друзья, вот такой широкий, большой и квадратный переходит. И возле переходит с левой стороны вот такой шкаф, друзья. Все, вот этот шкаф. Здесь еще есть стиральная машина по-турецки. Чамашир макинесы. Чамашир макинесы. Так что, и сколько лет ты здесь в Турции? 4 года. 4 года уже. Молодец. Центральная машина, что такое знаешь уже. Вот здесь главный уход. Так что, если вам нужно еще как можно вот это все онлайн посмотреть, друзья, мы готовы с вами поделиться еще онлайн через Viber, WhatsApp. Давай, аппарат, это первый. Так что, первый показывает. Это зал. Вот это зал, друзья, и отдельная кухня, я вам говорю, это типа турецкий дом, можно так назвать, потому что мы турки отдельную кухню любим. Вот в таком виде она продается, давай там стой, вот там, оттуда тоже показывай нас. Вот, поворачивайся. Вот русский язык тоже тяжело, да? Да. И вот эта мебель тоже все выходит в стоимость, друзья, даже телевизор тоже есть. Отдельная кухня на четвертом этаже, с видом на гору. Рядом есть еще мечеть, рядом есть еще
пекарни, продукты в магазин и кладбище, друзья. Если что-то у вас случается, далеко не пойдете. Кладбище тоже рядом, между прочим, правда? У нас в Турции, между прочим, друзья, возле кладбища жить, это абсолютно нормально. В России тоже нормально? Да. Возле кладбища жить. Никаких проблем нет. Да? Все равно рано или поздно там будем, правда? Конечно. И здесь тоже нормально. Иногда я вижу, что как-то люди сюда приезжают, они почему-то не знаю, не хотят жить возле кладбища. Но в Алане, в Турции, это абсолютно нормально, потому что без этого никуда не денемся, потому что здесь очень хорошее месторасположение, большое зависит кладбище. Даже первая линия есть кладбище, на вторая линия есть с видом на гору, на море тоже есть кладбище. Это все ваш выбор, где хотите там лежать. Так что давай теперь спальную комнату тоже посмотрим. Это все прихожая, друзья, спальная комната. И это детская комната. Здесь тоже балкон есть, вот в таком виде, два отдельных кровати. Огромный, большой кровать, даже полотенце тоже есть, видишь? Только нужно свои зубные пасты, щетку принести. Все, здесь видишь, еще это открывается, закрывается. Вот такой сундук. Здесь тоже это дополнительные вещи можете поставить. Все готово. Так что, друзья, действительно, да, очень хорошо. Все, даже полотенце тоже есть. И здесь еще шкаф есть. Два отдельно большие, высокие кровати. Давай я туда зайду, может место менять, чтобы балкон тоже показывать здесь. Здесь тоже балкон есть, там еще бассейн тоже видно. Вот это балкон, вы даже этот балкон можете засветить. Здесь люди загорают, там бассейн есть еще. Между два домах бассейн, друзья. Если вам нужно это бассейн, обыкновенный бассейн, можно онлайн тоже показывать. Так что главное вам расположение квартиры, расположение квартиры и место расположения. Это общий санузел, вот заходи. Вот общий санузел, электричества, к сожалению, нет, но все равно все видно. Душевая кабина, кабинет или кабин? Кабина. Кабина, душевая кабина, да? Да. Давай, ко мне. И здесь уже родительская комната. Потолки тоже достаточно высокие, здесь тоже выход есть на балкон. И есть еще такой огромный большой шкаф. Действительно, достаточно большой, огромный шкаф, друзья. И кровать тоже достаточно большой. Немножко она в таком виде. Кровать чересчур большой и высокий. Также вино тоже есть. Ты вино пьешь? Нет. Не пьешь? Нет. Серьезно? Это какой чалкарас? Это красное вино. Я тоже не пью. Но видишь, даже вино тоже поставили. Это очень красивый, сам деле продумано, все турецкий сервис. Вот почему европейские любят турецкий сервис, наверное, из этого. Все продумано, все есть, друзья. Итак, что мы с вами смотрели, друзья? Район Мамутлар, город Аланья, 2+1, 125 квадратный метр. И на четвертом этаже, друзья, по-турецки, четвертый этаж, по-русски, на третьем этаже с мебелью, с бытовой техникой продаются. Море 400 метров отсюда, недалеко, все, городская инфраструктура тоже здесь, рядом, друзья. Еще раз напоминаю, в Казахстане будем, если из вас кто-то захочет с нами встретиться и поговорить индивидуально, можем с вами встретиться, друзья. Заранее нужно записываться. Какая цена здесь? Здесь я не посмотрел прайс, да? Молодец, хорошо. Эта цена, конечно, не скажем, потому что здесь торг уместен, и это срочная продажа. Цена, возможно, меняется, друзья. Если вы к нам индивидуально обращаетесь, мы вам эта цена скажем, потому что это срочная продажа. Цена тоже, возможно, меняется, друзья. Отдельная кухня, это тоже большой плюс, в самом деле. Это для женщины очень хорошо, в самом деле, как-то отдельно в кухне. И здесь еще прихожий такой длинный, широкий, квадратный, друзья. Так что, давайте, друзья, если от меня какой-то помощь нужно будет, я всегда с вами на связи. И можем с вами индивидуально встретиться и поговорить более подробнее. Вот такой кухни, действительно, красота.
Мне очень нравится как-то отдельно кухни. Берегите себя и не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, чтобы каждый день получить интересное, хорошо видео, ролик. Друзья, с вами была компания Arbatoms. Всем удачи. Пока-пока.